Несколько слов о мероприятии, которое здесь проходило, круглый стол, как он важен, актуален, об этом. Да, у нас прошел круглый стол. Спасибо Батимату, в первую очередь, что нам предоставили такую интересную площадку. Мне показалось, она была немножко маловато. В следующий раз я прошу больше. Нас было больше желающих. Конференция была проведена под флагом фасадного союза облицовки, системы их креплений в конструкциях навесных фасадных систем. И судя по взглядам, судя по интересу специалистов, которые постоянно был полный зал, это действительно востребовано, интересно со всех позиций. Но мы понимаем, что мы с вами живем, ходим около этих фасадов. И наша с вами безопасность зависит от того, насколько мы правильно, оценено, внятные решения вам предложим. Это наши фасады, мы их проектируем, исследуем, делаем весь комплекс, который позволяет дать решение надежное и безопасное. Как строилась дискуссия, насколько были интересные вопросы из зала? Да, там во многих местах, у нас была тематика, посвященная испытательным лабораториям, у нас получилось ее организовать. У нас была тематика, посвященная испытательным лабораториям с точки зрения механики, долговечности. У нас был Федеральный центр сертификации, спасибо ему, который нас поддержал. Мы, в свою очередь, поддерживаем все требования безопасности к нашим конструкциям. Из зала огромное количество было вопросов, возникали, прям интересные дискуссии, на которые люди... Почему и нам и времени-то не хватило, да, и зал маленький, и времени не хватило. Поэтому всем все очень понравилось. Спасибо. А ваши пожелания на будущее организаторам деловой программы? Да, деловая программа просто необходима. Сюда собираются специалисты. Нужно более внимательно оценивать возможности, предоставляемые, соответственно, чтобы банально хватило мест посадочных на таких мероприятиях. Нам однозначно надо больше просто, чтобы это количество вмещало. Все остальное было очень удачно. Вот еще бы полчаса времени, мы бы вообще во все уложились. Ну и пожелания Батимата Рашина на будущий год. Процветание, развитие, чтобы это действительно была интересная площадка, которая собирает профессионалов со всех областей, не обязательно в фасадах, это наша тематика, да, конечно, внутренние архитекторы ходят, им тоже это все интересно. Мы готовы давать информацию, и, вероятно, ее также с большим интересом получают наши слушатели и потребители информации.